Берет и долбит. Да. Здесь жестокая схватка. Так они его убили, что ли? Да ладно. Он за машиной был, да? Да, он откинулся, да. Лол. Или это наши попадают? Нет. Ну, я да, он откинулся. У-у-у, а пацан-то, наверное, сожалеет о том, что он умер. Тут стреляет сверху. На 170. Да, главное. А, со спины. Это тот, наверное, футболочка. И этот еще крадется вон, чувак, с факелом. Флоки, тебя сейчас бить будет, попал. Смеешь ли? Так вы ботов убили всех, да? Да. Забейте он с факелом. Вау! А, бьет. Тело на переработчике. Так, я его вижу. Он сидит. И я стреляю, минус он. Е-мать. Да. Привет, друг. Грибочков много. Что он там наперерабатывал? 20 скреп. Угу. Но у меня уже 211 я набрал. А, и, кстати говоря, ребят, фиксанули же эту херню, что теперь никто не сможет отключить переработчик, пока ты в нем. Эмбер, ты что в нем делаешь? Ну что ж, ребята, мы вернулись с долгого похода, и у меня вот 318 скрепа и куча компонентов. Также у меня два человека еще забиты по фулу. На доклад пошел Утаси Туртеху. Он нам все скинул. Может быть, что дельного и найдет. Да так ладно, что заход был хороший. Сделали лестницу на самую крышу этого здания? Хрена себе, у нас 1000 этого, что ли? Серьезно набрали скрепа? Угу. Так второй рубинчик оставить можно. Да. Так, все, это застроено у нас. Че купать? Дом. Так, дерево есть у меня, есть. Делаю две решетки.
Так, а колпат там стрела... А, есть железная, да? Да. Давай, сейчас изучу тогда. Все, на решетке стоят. Так, хорошо. Ну что, в принципе, раз там этих пацанов-то не слышно, то я поддерживаю идею рейда йоками. Пошла крафтить патроны. Я уже готов. К чему ты готов? К рейду. Боя, разверни вот эту стеночку. Так, какую? Зачем разворачивать? А, у тебя а туда, да-да-да, все-все-все. Я думаю, вот здесь вот лотовую забубенить. Не? В две ячейки? Ну, кстати говоря, тоже как вариант. Здесь можно это, второй верстак поставить. Да? Там я бы туда печек вот сюда напихал, в эту сторону. Кстати говоря, суй свою недоеоку туда. Отныне ты пират, мазафака. Покажи, покажи. Ну нихуя себе. Ну ничего себе, блядь. Ох, нихуя. Ема. Сразу даже... преобразилась йока, такая симпатичная стала. Даже график можно пятерку поставить, посмотреть. Это стоит того. Ну чё, лучники? О, биг. По дороге. А, он, видать, этих бигов увидел, что ли, или чё? Слева, на перекрёстке, короче. Ну вот он их увидел и, короче... Так, ну предлагаю, что на утро, ребят, всё-таки пойдём, давайте. Да, лутают они дорогу. А такой палец за ними. А, во. Ну, яр! Отошли на минутку. Пират. А, да я забыл, какая кнопка, это, ну, осмотреть оружие. А-а. Чё? Конечно, надо им прицеливаться. Чё там, обрубку прицеливаться? Что там? Опс. Они какие-то странные. То они есть, то их нет. Но смотри, они буферку не сделали там, где, ну, мы можем выбить. А дом не выше стал? Выше. Они буферку сверху сделали. Забавно. Когда не успели? О, строят. Бляха, а он не на улице строит случайно? Надо туда выйти. На улице, вон прыгает там. Да, они буферки делают. А, они онлайн уже? Блядь. Зашел. Не, а так-то что нам мешает их долбить? Один ничего просто не мешает. Сидит на этом, на двери. Ну, они застроятся там внутрь еще дальше. Угу. Так там полноценное же помещение, ты сказал. Да, но все равно застроиться там можно дальше-то. Там объектов никаких нет. Переставить ящик и снять. Это можно же все. Ну давайте сагрим кого-то, на антирейд кто-то придет. Че ж нам? Главное, чтобы кто-то палил гребаный выход их. Ну я пока сука. Я иду. Сейчас там сидит, вообще ничего не втыкает. Солому под бони еще. Треугольник забыл, что там загрели. Да, это буферка, да, да. Огнеметом палят. Он ему до чего-то не добраться, походу. Он жарит именно здесь, где мы хотим пробить. Но он хочет застроить, походу. 5 хп. Ходите. Двери поставил он. Ага, веревки. В смысле, он лут выкидывал? Не влезал, олень, что ли? Так, ну все. Он подобосрался, хочу я сказать. Но дверь, тем не менее, стоит. А что с потолком у него? А, железный тоже, да? Можно эти... фундаменты с той стороны высокие. Опять йоками, да? Ну да. Ну, по сути-то, по сути, мы можем переработать бечевку и получить бобс.
Гантрэп поставил, Эмбер. А если она там заманулась? С огнемета? Чтоб не забежали. А, там еще что-то стоит? Там полка, что ли? Нет, там помещение. У меня уже пальчик устал. Бля, что он делает? Там что-то бальдит, походу, я не знаю. А где она? Бля, я ее изучил, походу. Серьезно? Да, я ее изучил. А, ну ясно, тогда сидим, ждем. Не получится. А, так что я тогда попробую это крутануть в натуре рулетку. Но я самый удачливый. Есть, Грут. Давай, удачи тебе. Удачливый Грут. Нет, не повезло. Не повезло? Всякая шлямбура выпала. Ну, меч, да. Шлем-ведро. Шлем-ведро. Да, что, бечевку сейчас это найдем, точнее, бобовку. Уже бечевками взорвем его по дверям нахер. Изи. Это что за дичь? Да, бросаем. Но он так и будет сидеть там. Надолго он прочухивал кого-чего вообще. Погнали. Давай. Давай. Бери это. Назад, дай пройти. Ага. Минус он. Минус. Молодцы. Ема, он зажал. Еще кто-то справа это... есть от дома. 8 по псих. Отлично. Он рейдит. Я хилис. Это сосед. Это сосед? Да. Пойдет. Смелый. Бляха, нихера мне прилетело. Я вообще в доме стоял, мне, блядь, до 20 хп с него. Так на, это, тихий, Бонни. На, и пойдем его ебать. А так, ты изучите, надо по-любому переработать. Да, переработать. Ну, 4. Четыре. Да. Пойдемте. А он застроил же по-любому. Он же застроил ее. Да. Ну, только смысл, да. Ебать, пойдем взорвем. Пульт там взрывать, блядь. Надо вот сиху сейчас брать на переработку. Вот, короче, идем наверх карты. На склад? Да, на склад. Лол, он шел нас взрывать, серьезно. А билеты нашли? Да, я все с ним поднял. 8 сих, блядь, что за жизнь. Что он хотел ими сделать, мне интересно. Какие двери пройти? Ну, логично, да. Все равно как-то... Но он видел же прошлый раз, ебать, когда дверь открыта была, у нас было типа две двери. Насчет гаражки он не в курсе. Давай. Я хэза, может он это, сжег весь свой лут и пошел типа в отчаянный рейд нас или что? Да. Не, ну бляха, должно быть объяснение его действий. А зачем застраивался тогда? Может, парень умом как-то не очень, знаешь. У него буферка на соломенном фонтане. Короче, получилось больше 1000 скрэпа. 20 этих лезвий я решил не перерабатывать. Там, если ледоруб изучим, то пустим как раз туда. Лезвие. Ну и две бобовки. Отлично. Все, бобовку изучаю. Ира, потом ты изучи бобовку. Я подхожу, да. Целый шкаф камня у нас. Угу, хорошо. Это замечательно. Эмбер, подсвети. Ага. О, спасибо. Смотри, что решил замутить, прикинь. Аж трехэтажка. Ого. О, да. Пойдет. Вот, я не буду эту систему делать, потому что баг-то этот есть, как доставать лут. Да. Вот, просто здесь ящики будут стоять, ну, вместо полок. Угу. Ну, точнее, вместо полок. Вот, короче, вы поняли, отстаньте. Да. Мне сложно. А вот здесь тоже можно ящики. Чего? Тут тоже можно ящики или печки. Не, печки вот, вот здесь, смотри. Вот, Ира. Я поняла, да. Так-то это в железо. Все, до дома. Надо бахать. А у нас железо же там наплавилось, есть, да? Есть, да, можно уже. Так, вы слышали, да? Я 10 пешек сделал.
Угу. Так что можете пользоваться. А что у нас в доме одно деревянное? Это соломенная, это лестница. Да-да-да. Я бы заградить. Да вот в том-то и дело, ну, подожди, вдруг там что? Вдруг мы расширимся. Еще больше. Баратан! Да. На тебе чуть-чуть. Спасибо. Че ты? Ты ничего. Нарываешься? Да. Че тебе не нравится? Да ничего, я просто посмотрел. Ну что ж, ребят, вот и закончил я лутовую нашу. Не вижу смысла сейчас ставить какие-то там замки и так далее. Это лишний раз только палит. А во-вторых, даже если ставить это с окнами, то, я думаю, уже многие в курсе по поводу бага строительства, то, что можно все эти ящики на изи залутать, точнее, small station. Так что вот, у нас получилось две лутовых, они трехэтажные. Вот здесь у нас находится верстак, эксплозив, ну и да, конечно, треугольники... Укладывать в них ковры, это вообще ужасно смотрится. А также у нас здесь вот я поставил вот эту вот фигню, чтобы полить за нашими соседями, да и вообще дорогу. Потому что появятся берданки, будет очень даже неплохо. То есть на дальнее расстояние стрелять самое то. Соседа нашего не слышно, а возможно мы сейчас пойдем его рейдить. Потому что он сделал вот эту вот непонятную попытку... зарейдить нас с 8-бобовыми сихами, просто что? Для меня на самом деле до сих пор это загадка. Ребята ушли за НПЗ, точнее вот адекват как раз уже вернулся, они ходили в город. Потому что у нас большие просадки по топливу. Так, вот он, да, кинул, давайте посмотрим, сколько там надо на изучение. Да, 75. Ну вот, пускай адекват изучает. Вот здесь я планирую поставить печки. Вот, а здесь можно буферка, все дела. И также мне надо будет выровнять верх. Ну, потолок, одним словом. Здесь вот у нас, как я и планировал, должна быть ловушка, но гантрепы пока что нам не попадались. А если мы с вами поднимемся на самый верх, то увидим вот этот вот каблук, да? И вот здесь вот я буду все выравнивать, то есть будет двойной слой потолков. Над лутовой уже имеется двойной слой потолков, но тем не менее надо будет еще... скорее всего, замутить даже буферку. А, потому что, ну, враги, по сути, они будут думать, что... ну, даже если так слушать, что у нас лут вот здесь вот находится. Так как в скалу обычно багают вот так вот печки там, все дела. Ну, я не знаю, типа принято, что лут должен находиться поближе к скале. Но здесь, видите, я поставил прямо перед входом. Не знаю, посмотрим, как это сработает. Ну, по крайней мере, через крышу враги точно заклебутся идти. Вот такие вот дела. Так что я сейчас, скорее всего, возьму камень дерева и буду выравнивать нам потолок. Так, все. Тело выровняли. Слева. Так а что? Если взорвать фундамент, где железка? Там сколько? Три двери у него идет до окна, да? Да. Три. Я предлагаю фундамент вот тот с другой стороны. Не там, где мы долбили, а с другой стороны. Лупануть. Что там? Ну, изучай. О, пойдет. Короче, давайте я беру десятку этого и взрываем фундамент. Угу. Так, смотрю, значит. Да, это реально фундамент. И он здесь буферку как раз не делал, это квадрат. Какой ему вдолбать-то? Вот этот, я думаю. Крайний. Ну, крайний, мне кажется, там будет шкаф. У него шкаф сразу минус будет. Отойдите, отойдите, блядь. В смысле, на тебя был? Ну ты туда прыгнул. Не, понятно, ты здесь был. Где я была? А, ты тоже красный. А вы в курсе, что тут аэродроп стоит? Да, мы залутали его уже. Да? Да. Минус. Это верстак был, третий. Ебать, нихуя себе. Нет, ну второй. И второй. Так, и что здесь у нас? Пусто. Так, а где шкаф? А скорее всего минус. Сейчас чекну. А-а-а. Нет, билдинг блок. Так, а где он? С другой стороны.
I9 base. Нахера ему было делать огромную квадратную буферку? А вот и шкаф. И в нем ресы есть. И он это... Да. Я автор выписал там все. Ящик маленький, снимите решетку. Есть у кого клиент? И гантрапа спиздите. Так, здесь киянки только. Бляхова. Ну, в смысле? Так полустенки же можно было поставить ему, если бы он хотел сделать буферку. Он мог вообще сделать подъем за этой дверью железной теперь. Давай выкупаем. Ну, я хэза. А где берданг тогда? Да выбросил он тогда, обосрался, походу, то, что мы начали с этих бить, с йог. И все. О, на этом. Все, и все. Да, короче, нету здесь нихера. Но он дропнул, поэтому побежал с сихами на нас. Так подожди. Че? Так он лутовую восстановил и все, ебаный в рот. Тоже может быть. У него же там ящики были, блядь, поставил заново и все. За железку, типа? Ну да. Нет? Нет, лутовую он не восстановил. 4 топлива. Ясно. Ну, он дропнулся. И не в тамбуре он лежит. А шкаф, в смысле, как повернутый? Ё-моё, другой стороной? Серьезно? Компайт, наверное, не смог его закрыть. Быстрее-быстрее ставил. Не получили берданочку. Но у них написано база А9, это значит, у них не одна база. Да, походу. Так что, стенку можно взрывать или потолок надо? Без разницы. Я думаю, лучше стенку вот прям сзади тут. Где, вот здесь вот? Да, в середине, или я не знаю, с края. Ну давайте середину попробуем, да? А тут давайте. Не полустенки? Это полустенки, по-моему. Дай мне киянку, у кого киянка? Так, вот у него центр. Погнали. Сейчас как от со всех маленьких домов китайцев вылазит. Так он онлайн, да? Там, там сидит. Последний. Справа. Не попал ни разу. Налево ушел. Дал. Дал тычку. Направо ушел. Убил его. Хорош. Бей. Где встанет? Где у него спальник? В тамбуре, скорее всего. Он пока лежит. Не добили же. А. Вот это неожиданный момент. Оп. Надо было не ломать. Надо было забрать сначала. Так, берданочка плюсом. 182 скрапа у него было. Так, что по луту? 1000 серы плавленый. Тело на калаш. Так, свапы. Херня. Ага, ловушки. Спальник вон у него в углу стоит. Слева у тебя имбирь, да? Все, ребята, лутаемся. Да. А чё шкаф? Без замка? Открытый, да. Лол, пороха 1200. Все, залутываемся по фасту. Закидываю туда этот, есть? А, делаю замок, да? Угу. Все, делаю замок. А тут есть ли этот крафченый бонни, вот в этом верхнем, левом? Ну, давай, ставь тогда. Я не успел отменить. А, успел. А, не, не успел. Успел. Ставь. Кто там? Хэдшот. Да, да, да. Хозяин, походу. Так, ну все, я фул. Заспавнился. Ага. Так, топливо. 80 жира. Так, мясо забрал. Все. Отношу. Берданочку. Ну я на улице контролю пока. Да я вернусь. Я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью. Ворота деревянные. Да, ворота деревянные.
Забирай, забирай. Там еще компания защитится. А ты хочешь, следи за горизонтом. Я слежу. Милый друг, не скучай. Это ебаный, блядь, флут, пока я бегу до дома. Я ничего не слышу. Я тебе радио включил. Русское радио. Все будет хорошо. Ага. Малую Валеру возле нашего дома. За нашим домом. Так, ну я успел, все, я дошел. Ну, главное, что Тамбердамку не нашли, зато здесь нашли. Да. Ну и плюс скрэп еще. И два гантрепа. Сера. Да. Не, сера, порох, это пока что так, знаешь, посредственно. Я хотел вот именно берданку. Ёпта, меня с лука стреляют, блядь. Ай-яй-яй-яй, читак. Читак? Понял, да. Уходим. Уходи, а что ты смотришь-то? Ухожу. Бесшумно стреляет. Со стороны мусорки. А, понял. Попадают каждый раз, да? Да. Сука, 21 чё? ХП. За дом зайти. Оп. Стой. Все, я прокинулся. Подожди. Поднимаю. Шприц колол тебе. Давай, беги, главное, беги. Бегу. По идее, он сейчас на меня должен переключиться, а у меня фулл ХП. Ты просто бежал, как бы упал. Даже звука попадания по тебе не было. Сука, как заебали мрази, блядь. Надо было еще чекнуть, что за пидорас-то был. Так ты голос бегаешь туда, и все, и узнаешь сразу. А мы можем вместе в дубле. Ах, нихера ты меня напугала. Можем вместе сходить. Вон, арбалет можно взять. Чисто так, да, по фану. Да, я взял арбалет. Он меня теперь хуярит. Я в домике. В каком доме? В этом? В который зарейдили? Сквозь стену, блядь. Сквозь стены? Пиздец, что? Во, там я вижу, застройка. Смотри-ка, голый. Там голый, вот за этим домом где-то упал, так вот. Возможно, это он и есть. У него какой-то звук еще при стрельбе странный. Вот, их двое тут. По тебе стреляют. Мне хедшот, да. Да, китаец гребаный. С композитного долбит. Да, дамажит, когда нету, ага. Не вижу его. Вон он, за скалой. Е-мать, там Эмбер отлетел, лол. Попал еще. Попал, минус он. Этот с двустволки, меня он уронил. Читака добей, и справишься с этим. Ага. Хедшот ему дал. Молодец. Минус он. Молодец. Поднимешь меня? Да. Кто-то бежит еще. Это наш, да? Это я. Наш, сука. Чит-патруль, мазафака. Мать всем. Че в нем? Сера? Бегай. По мне был жареный полтора. Бег, Валера. А что в тебе делала жареная сера? Ты оставался в доме все это время, что ли, или что? Эмбер. Да. А что ты делал там? Один. Лучше было. А почему? А почему у него такое-то имя? Алло. Подсвечу. А, дуйхуй, кстати. Ну, вот это. В чате же, видишь, у тебя вон. А, у тебя не написано. У них ник, короче, вот столбочек, колор, что-то такое. Да. Хуйня, как-то зовут меня. Ну да, что, нормально наварились? Что-то колор, малор. Биг Валера плюсом, бро. Угу. А пешка у тебя была, Эмбер? Да. Фиолетовая, если да. Да-да. Ну сейчас надо все равно тебе перепорт на это. Да. Да и хуй. Я пытался, вот ничего не получается. Дух ХТ колор, блин, который. Only you. Вот мой друг. У тебя гитара расстроена, по-моему. Бляха, мой друг стал каменным другом. Был каким? Местным? Соломенным и деревянным. И у него полустенки. Короче, дом вообще топовый. Вечереет? Да, вечереет. В общем, берданку можно уже изучить.
Хорошо. Ну, не знаю, получается, этот чувак подфармил. Его можно бафнуть. А ты его жалел? Ну, в смысле, я жалел, когда я был соло, я же говорю. Он был солидарен с ним тогда. Да. Да, приходилось со всеми дружить. Боже, ужасная жизнь была. Вообще пиздец.